мы вот только что позавтракали, сейчас собираемся в автобус, выезжаем в аэропорт, летим в Москву, а по прилету в Москву сразу едем в зал и будем готовиться к Эфесу, посмотрим видео, побросаем, наверное, будет больше восстановительная тренировка, потому что уже через сутки следующий матч с очень серьезным соперником, который очень хорошо играет в этом сезоне. И в предыдущем туре одержали уверенную домашнюю победу над Будучностью. То есть, я думаю, будут они чуть более свежие, но мы играем дома перед своими болельщиками, так что я думаю, что все будет отлично. Это уже второй сезон, Евролига играет в таком формате, так что никаких проблем. Понятно, что был очень тяжелый матч против Финира, физически, морально. И проигрывать на последних секундах крайне тяжело, но в таком формате у тебя нет времени, чтобы расстраиваться. И потом, через несколько дней, мы проанализируем наши ошибки, конечно, но уже нужно готовиться к Эфесу. Yeah, of course, every match is a test. We know that we are still in December. It's going to be a long way ahead, but we want to win and we want to protect our home. We know how important it is to win games here, and we feel very comfortable playing at home. We know each other for many seasons playing against. We know their players. We play against them in the Gomeski Cup. It's a very good team. They are playing with a lot of confidence and they are winning games. So it will be a difficult match and we have to be ready for the beginning.